Таким же боевым шагом, когда-то, будучи еще молодыми солдатами, они шли в строю и шли на бой, который для каждого из них мог стать последним. Но они, к счастью, остались живы. Это настоящие герои, которых помнят и которыми всегда будут восхищаться. Ученики второй школы, а также представители первого и второго микрорайонов приветствовали ветеранов и вручили им цветы, а после все прошли к праздничному столу. Для героев войны подготовили интересную музыкальную программу, а оркестр воинской части 3219 любезно согласился создать праздничную атмосферу. Сегодня много пели, танцевали, не обошлось и без настоящей солдатской каши с тушенкой, и без воспоминаний о войне и настоящей дружбе. Не забыли почтить память погибших. Ветераны рассказывали стихи и с удовольствием пели под гармонь. В их адрес звучало много поздравлений, а герои праздника, в свою очередь, обратились к молодежи. Я люблю тебя, Россия! Россия – родина моя! И только нашу молодежь надо учить любить родину, беречь Россию, и если потребуется защищать Россию, родину Россию, чтобы они защищали так, как защищала наше старшее поколение. Солдаты, защищавшие в 40-е годы свою отчизну, навсегда войдут в историю и в память будущего поколения. Они дали нам, молодым, возможность создавать свои семьи, рожать детей, развиваться, работать, жить с мирным небом над головой. Поэтому огромное им спасибо. Мы гордимся, живя в данное время, когда они живы, когда можем с их уст услышать, как проходили военные действия, как побеждали врага. Не читать по книгам, не смотреть в кино по телевизору, а именно общаться с ними. Спасибо вам большое, низкий поклон. Огромное спасибо хочу выразить и ветеранам, что они нашли время, пришли. Пожелать им здоровья, счастья, удачи, чтобы они всегда нас радовали. Дай Бог всем здоровья и мирного неба над головой. Карина Оганян, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».